Всем привет, ребята, и вы попали на мой канал. В этом видео будет пранк над парнем, и пранк достаточно интересный, как по мне, прикольный. Мне он очень понравился, вот эта именно идея понравилась. Блин, прикольная идея, прикрепляю, как бы, то есть заключается в том, что нужно будет писать каждое сообщение с новой буквы. И мне кажется, это прикольно, можно будет попробовать посмотреть, что он заметит, не заметит, что скажет. Короче, интересно, как по мне. Что ж, ребята, подписывайтесь на мой канал, буду рада вашей подписке, потому что мои видео выходят достаточно часто, то есть я не забрасываю свой канал, снимаю пранки, различные другие видео, про отношения также рассказываю, вообще, в принципе, рассуждаю на разные темы. Можете посмотреть это сами как бы на моем канале. Те, кто знают меня, спасибо, что вы со мной, мне очень приятно. Ну что ж, ребят, вы правда можете подписаться, я всегда читаю комментарии, можете оставить свою идею и сниму по вашей идее. Ну что ж, начинаем. Итак, начинаем. Давайте напишем Виталик сначала. Теперь начинаем уже с букв. А, у. Блин, мне надо с тобой поговорить. Вообще меня не понимаешь уже. Где ты сейчас? А, Б, В, Г. Дома. Дома. Интересно. То есть, Д буква. А, Б, В, Г, Д, Е. Если бы я была рядом, было бы лучше. Ёлку украшали бы. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж. Жизнь была бы лучше. Знаешь, я так хочу быть рядом. И А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И пропускаем. Так, проверила, точно ли И. Так, я себе сохранила прекрасный алфавит, мало ли, собьюсь, потому что это постоянно А, Б, В, Г, Д, Ж, З, И, это можно с ума сойти. Так, что там у нас К? Как сказать? Лучше и не знать. Мне тяжело. Н. Нужна помощь. Слушай. Очень все трудно. П. Просто не об. Я сниму. Попробую объяснить. Редко думаю об этом.
вопросы, слишком много вопросов, но мало ответов. Что дальше? Ой, я вас снова протряхнула, так скажем. Ой, так, что у нас там S была буква, да? Т. Только не переживай. У, буква. Уф. Как все тяжело. Это смешно, блин. Мне нравится. Уф, как все тяжело. Ф. Фонарь разбили на улице. И хлеба дома нет. Цыплят. Цыпля. А через и, да? Цыплят. Перед глазами бегают. Господи. Цыплята перед глазами бегают. Ну да, да, да. Че? Чашку разбила. Школа сгорела. Щуку убила. Господи, это я им проблемы перечисляю. Это все мои проблемы. Юла прокрутилась. Я больше так не могу. Что он дальше напишет? Виталик. Ну как быть? Все, алфавит закончился. Блин, это смешно. Это пранк. А, вот подождите, давайте подождем. Ну, это реально забавно просто выходит. Печатает что-то. Блин, вот это смешно было. Чашку разбила, щуку убила. Про щеки надо было написать. Щеки. Тогда, может быть, что-то было бы поинтереснее. Ну, и что, все? Все. Что так долго пишешь? Напишем. Да. Буквы просто уже закончились. Щуку она убила. А почему бы и нет? Ну это реально забавно. Щуку я там убила, то сделала, то сделала. Это реально забавная история. Ну что ты нам там еще напишешь? Печатает пипец как долго на самом деле. Вот слово пранк он писал так долго. Меня это даже выбесило. Мне интересно, что будет дальше, что он еще напишет.
потому что долго печатает. Потому что пишет долго, а как бы, блин, слово потом в итоге одно. Ничего. Ну, как я и предполагала. Ребят, спасибо большое за просмотр. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Буду очень вам благодарна. Хочу поднимать свой актив дальше. Хочу поднимать себе, как бы, количество и просмотров, и подписчиков. Потому что я думаю, только тогда мы сможем стать какими-то, так скажем, можно сказать, большой дружной семьей, и я, вы знаете, всегда 24/7 отвечаю всем, когда вижу сообщения, что в комментариях, что вообще, поэтому буду рада, то есть абсолютно всем, и не игнорирую, это очень круто, я считаю, поэтому буду рада вашей подписочке. Всех очень сильно люблю, целую, обнимаю, пока-пока.